Таких глобальных работ на пятой котельной не было давно. Уже этой осенью планируют запустить новый котел. Пока это место пустует, мешает дождливая погода. Для нового котла необходимо возвести сначала фундамент, потом специалисты соберут его из блоков. Запуск котла приведет к значительной экономии и к снижению энергопотерь. Он будет подавать пар, точнее тепло подавать через подогреватели населению. Вот. И решено было поставить турбину, потому что, значит, себестоимость довольно высока электроэнергии. Мы можем покрывать, значит, собственные нужды электроэнергии и одновременно подавать, значит, тепло населению. Модернизация оборудования пятой котельной идет уже несколько лет. Это связано с закрытием мелких котельных. Сотрудникам котельной работать становится проще. Еще 2 года назад бригады дежурили круглосуточно, устраняя те или иные неполадки. Модернизация прежде всего связана с закупкой нового оборудования, заменой старого изношенного, закрытие котельных, нерентабельных, которые прежде всего мешают экологии окружающей среды города. Это будут установлены новые очистители воздуха на котельной номер 5, которые до сих пор сейчас установлены и были закуплены в 2010-2011 году. Практически все котельные города работают на твердом топливе. Это и дешевле, и лучше для экологии. Работы этого года доставят и некоторые неудобства горожанам. Уже в этом месяце планируется приступить к замене внутриквартальных сетей. Некоторые улицы в центре города будут разрыты. Специалисты уверяют, в сентябре все работы завершат. Ольга Муравьева, Николай Фарафонов, Телемикс.